Называется ринг. Ринг он называется, потому что на верхнем этаже находится каток с искусственным льдом. Можно всегда покататься на коньках. И вообще мой любимый торговый клуб. Вот уже хрущевочки пошли разрисованные. Да. А посмотрите, какие наверху и в этих хрущевках тоже оранжереи. Да, албанцы очень любят цветы. Призогу, опять же, не рекомендовалось албанцам держать дома домашних животных. Во-первых, для них вода нужна, вода экономилась, а во-вторых, привязанности лишние не нужны были. Площадь сейчас реконструируется, здесь будет памятник, фонтан. Вот, вот эти вот хрущевочки, вот мы опять выезжаем на площадь, на улицу Дуреса, написано «Аруга Дурсит». Вот. И вот хрущевки на этой улице, как в капельке воды, просто все периоды развития Тираны видно. Здесь и дома хрущевки, вот сейчас справа, слева. И с левой стороны лучшая гимназия Тираны, гимназия Джамаля Стафа. Посмотрите, вот она. Из нее очень много известных людей албанских вышло, престижно очень учиться. Вот в этой вот гимназии Джамаля Стафа. С правой стороны институт страхования. Раньше, до того, как в Албании началась перестройка, здесь было радиотехническое предприятие. И дальше вы увидите несколько зданий, которые в разные периоды строились, по проектам разных архитекторов, в частности, вот Сталинки сейчас будет совсем рядом. Да, и обратите внимание, мы проедем сейчас светофор. Направо идет улица Скандербега, вон машины поворачивают. На этой улице находится большинство посольств иностранных государств, вот с правой стороны. А наши где? Наше посольство я вам покажу, оно в центре Тираны. Американское, наше итальянское, они здесь, и румынское, остальные здесь. Вот самое ближнее к нам справа, это китайское посольство. Вот слева Сталинка, пожалуйста, справа. Хрущевки, слева еще одна Сталинка. И вот после светофора розово-белое здание. Это здание, особнячок бывший, построенный итальянцами, принадлежал одному из богатых жителей Тираны в свое время, во времена короля Зогу. Там было посольство Югославии. Я живу вот в этом доме, вот в этой многоэтажке. Вот за посольством Югославии бывшим как раз. Вот оно, бывшее посольство Югославии. Очень красивый особняк. Сейчас по закону о реституции возвращают бывшим владельцам собственность. И это, собственно, тоже вернули. Здесь во дворе посольства Польши, вон стоит полиция, видите, рядом с зданием, которое посольство Польши. Здесь у нас очень много посольств, вообще такая улица интересная очень. Вот с левой стороны здание, два здания, это постройка итальянская, кстати, это итальянцы, по итальянским проектам. Эти дома при социализме, кстати, между прочим. С правой стороны сейчас будет здание, это розовый, это административный суд. А вот это желтое за светофором справа, то, что это старинное, это Министерство образования. А в этом здании было первое посольство Советского Союза, кстати, вот в этом здании.